Всем привет! Конец сентября, стоит отличная погода, и кажется, что самое время насладиться ею. Что может быть лучше, чем хорошую погоду посетить море, пускай и северное, тем более, что здесь, на севере Бельгии, расположен самый большой город на побережье Северного моря. Это город Остенде, и сегодня он вашему вниманию. В городе Остенде не очень много исторически архитектурных объектов. Дело в том, что здесь проходили многочисленные войны, и большинство из них было разрушено, так что сам город сейчас является больше курортным. Ну а благодаря равнинной местности здесь очень широкая береговая линия вот с таким вот чистым белым песком. Свое название город Остенде получил от слов «восточная окраина», так как он был самой восточной точкой острова Тестереп, который был здесь до того, как соединился с материком в связи с тем, что уровень Северного моря немного снизился. От голландского «ост» – «восточная» и «энде» – конечный пункт или окраина. Город Остенде находится буквально в 15 минутах езды на поезде от города Брюгге, совсем рядышком, но сегодня мне пришлось покататься немножко дольше. Поездка от Брюгге до Остенде заняла у меня практически 1 час. Дело в том, что произошел какой-то несчастный случай на железной дороге между Брюгге и Остенде, пришлось мне воспользоваться автобусом. Но имейте в виду, что на самом деле все это очень-очень близко от Брюгге, поэтому если вдруг планируете посетить Брюгге, захватите обязательно и Остенде. Пойдем со мной, зайдем в море. Давай посмотрим, как это. Водичка, конечно, прохладненькая, но я бы даже занырнул, наверное. Но вода градусов 15, наверное, не больше. Ребят, ну красота же, правда. Хочется здесь провести как можно больше времени. Голова прямо отключается, расслабляется сразу. Даже не столько много снимаю, просто вот наслаждаюсь видом, морем. Ну и желаю всем вам почаще бывать в таких местах. Однозначный лайк городу Остенде. Эту картинку, наверное, знает каждый из вас. Город Брюгге, город из сказки, где пряничные домики и где все залегают на дно. Чистилище вроде как посередине. Говном ты не был, но и до вершины добрался.
как Тоттенхэм. Ты во все это веришь, Кен? В Тоттенхэм? Как наверняка вы знаете, Брюгге один из четырех главных городов Бельгии, помимо Брюсселя, Гента и Антверпена. Из них он самый северный город, расположен ближе к морю, но его архитектура и история просто фантастические. Фан-шоп клуба Брюгге, пойдем зайдем, посмотрим, что там есть. Ну что, если день такой хороший, прекрасно, вы успеете посетить оба города, посмотреть многое. Ну и также можно, конечно же, снять отель, побыть здесь подольше, потому что действительно есть что посмотреть, и музеи, и город. Архитектура потрясающая, красивая, уютная, и не хочется отсюда уезжать.